Ну і давайте розпочнемо з оперативної інформації. У Харкові в ніч на 25 червня жорстко побили прихильника блогера Анатолія Шарія, який вів колону у Києві на мітингу на захист журналістів. Про це написав сам блогер у своєму телеграм-каналі. Зараз Анатолій Шарій долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, ми вас вітаємо. Ви знаєте, сказати, що ви цього не очікували, я не можу. Звичайно, ви цього очікували, це було зрозуміло, і представники Нацкорпусу це, вони цим вихвалялися і попереджали. Які ваші подальші дії? Ні, такого я не мог очікувати. А те, що вони, а як ви сприймали ті погрози, які лунали на адресу ваших сторонок, вас зокрема? Ми їх сприймали всерйоз, тому ми обращались постійно до МВД касательно цих угроз. Ми обращались постійно в правоохоронні органи, ми обращались публічно к офісу президента, ми обращались во всі ветви влади. У нас маса заявлень написано за цю неділю, коли офіційні, легальні, скажем так, представители так называемой партии «Национальный корпус» делали такого рода заявления, угрожали смертью, угрожали избиениями, призывали избивать и так далее. Я вижу, у вас изображение слегка притормаживает мое. Но это очень важно, то, что происходило на протяжении этой недели. Мы все время обращались к правоохранителям, и правоохранители все время ничего не делали. Если они кого-то задерживали, они моментально его отпускали. Если они задерживали за избиение там подонка, который пришел в офис и сбивал человека, то они писали 125-я статья, квалифицировали это как легкие телесные повреждения и так далее и тому подобное. То есть этот парень был убит, я считаю, что они его убили, а он выжил по независящим от них обстоятельствам. Они его убивали битами по голове сзади, напали под домом несколько человек. До этого Нацкорпус вчера пообещал, что в Харькове они там кое-что покажут. Это вот это, скорее всего, эта организованная преступная группировка хотела продемонстрировать вот это вот. Ну, продемонстрировала. За два часа до попытки убийства этого парня написал заявление на главу штаба национального корпуса Жорина и на главу штаба Нацкорпус Харьков Немичева. Через два часа его попытались убить под его домом. До сегодняшнего дня, до этого момента официальная власть никак не отреагировала на существование в Украине террористической организации, которая после, внезапно так совпало, после того, как мы вышли с мирной акцией президента против того, чтобы на людей нападали, вот эта группировка начала целенаправленно убивать людей, потому что они или парня для того, чтобы его убить. Офис президента никак не реагирует. Я уверен, что курирует Нацкорпус лично Андрей Ермак. Я уверен, что Зеленский в курсе. Пане Анатолію, я правильно розумію, зараз ніхто не затриманий? І в якому стані зараз людина? Чоловік, звісно, знаходиться в реанімації. Він знаходиться в реанімації, врачі боролися за його життя ще по состоянию там, на 2 часа назад, да, не знали, виживе чи не виживе. Це у мене така інформація була. А касательно того, що ні, ніхто не арестован. Ніколи нікого не арестовують. Ви поймите, сьогодні в Черкасах відбувається суд по мере пресечения ублюдкам из Нацкорпуса, которые ночью пришли и напали на мирную семью. И собрались туда массовка, они давят на судьи, и все, скорее всего, отпустят под личное обязательство или там под ночной домашний арест и так далее. А никто не несет ответственности. Вчера, по моей информации, Нацкорпус спутал в Черкасах, спутали ВСУшников молодых с моими сторонниками. Тоже напали на них и сбили. МВД даже заявления никакого не сделало. Пане Анатолію, хочу поточнити і вас процитувати. Ви написали, що перейду на русский, закрита соціологія Офісу Президента показала, що партія Шарія відбирає електорат у «Слуг народу» і условної партії мера. Ви якось це пов'язуєте це з нападом на цього хлопця? Ну, звісно, однозначно. Це методи політичної боротьби, які взяв на вооружение Зеленський і його офіс. Тобто, по всій відомості, йому Андрій сказал, что вот это вот будет нормально, и хорошо было бы взять на вооружение там Нацкорпус, да, и позволить ему просто убивать мирных людей. Это методы политической борьбы. Они хотят, но что они хотят? Они думали запугать. Сейчас вы не представляете, что творится в чатах партии. Люди не испугались. Люди говорят, да нахрен этот Зеленский сошел с ума, так мы ему расскажем. Ну в таком плане. Что они хотят? Они хотят вызвать нас на
на противоборство вот этому вот. Для того, чтобы сказать, смотрите, они экстремисты, они нападают на мирных ветеранов. Вот. И для того, чтобы Минюстом потом инициировать запрет нашей партии. Вместо того, чтобы запретить украинский ИГИЛ в виде нацкорпуса. Это украинский ИГИЛ. Об этом пишут уже португальская, испанская пресса, об этом пишет американская пресса. Это настоящие террористы, террористическая организация. Но когда террористическая организация находится на прикорме офиса президента, это совсем не весело. Пане Анатолію, а скажіть, будь ласка, якщо ну от ви кажете з огляду на те, що люди в чатах пишуть, тобто вони не злякалися, можливо, ви запланували якісь акції в найближчому майбутньому, можливо, акції для того, щоб звернути увагу на ситуацію. Як ви плануєте показувати свою небоязнь? Мирными массовыми акциями, конечно же. Это будут даже не акции протеста, это абсолютно мирные акции, которые требуют Зеленского стать, наконец-то, гарантом Конституции, а не непонятно чем снимающим, непонятные вопросики. И, наконец-то, начать аресты преступной группировки под названием «Нацкорпус». Запрет этой преступной организации под названием «Нацкорпус». А это должен был бы инициировать Минюст уже сегодня. Ну, смотрите, официальные представители так называемой партии «Нацкорпус» призывают избивать, убивать людей. Это ли не повод для запрета деятельности на территории Украины вот этой организованной преступной группировки? Это же ИГИЛ. Мы, конечно же, будем к этому призывать. Нет, мы не будем бояться. Смотрите, какая история. Я людям всегда говорю, не выходите, если вы боитесь. Вы имеете право на страх в недогосударстве. Люди при этом говорят нет, ну потому что можно до конца своих дней жить рабами вот под этими вот уродами. Поэтому мне, я осознаю свою ответственность. Мне говорят, ты провоцируешь их. Я их не провоцирую. Нельзя спровоцировать преступление, выйдя на мирную акцию. Нельзя спровоцировать изнасилование, просто девушки выйдя на улицу. Они, у них неправильное представление о провокациях, понимаете? Их надо запрещать. Если Зеленский этого не сделает, если этого не сделает Минюст, это значит, если сегодня не будет реакции офиса президента, лично Зеленского, это значит, что они действуют под покровительством офиса президента Зеленского. И лично Зеленского, которому выгодно сейчас запугать людей для полной узурпации этой власти, которую не снилась Порошенко. Так, звичайно, будемо очікувати реакцію, але, знаєте, ось, на мою думку, звичайно, реакція мала бути ще у той день, у день акції, коли саме лунали ці погрози, правоохоронні органи вже тоді мали відреагувати, затримувати і карати цих людей, а не чекати ось таких страшних випадків. Анатолія, ще хотіла поговорити про одну ситуацію щодо конфлікту з паном Мураєвим. Він набирає обертів. Розкажіть, будь ласка, нам і нашим телеглядачам, ось що саме відбулося. Тому що ми можемо тільки спостерігати, знаєте, як пан Мураєв на тому чи іншому телеканалі там розказує свою версію конфлікту. Смотрите, я не хочу более комментировать больше того, что я уже написал, а кто желает, может зайти и прочесть в моем телеграме. Что происходит, я объясню очень коротко и сжато, потому что, может кто-то не понял. На протяжении года пан Мураев ходит и недвусмысленными намеками намекает, что я требовал какого-то там объединения с опоблоком, требовал себе мест в списке, и требовал, он так намекает, помигивает как-то барышня. И требовал каких-то там типа денег, преференций за то, чтобы объединиться с опоблоком. Ну, я его предупреждал дважды или трижды, чтобы он уже успокоился наконец-то и забыл уже все. Ну, то есть забудь, ты уже вылетел из политической обоймы, просто смирись с этим. Он продолжает ходить, рассказывать. Ну, все, конечно, я отреагировал, рассказал, что на самом деле было. На самом деле, конечно, они на меня вышли для того, чтобы мы снялись с партии, потому что они себе нашифровали, что мы у них заберем проценты. Конечно же, поступило предложение мне, и все подробно я описал в своем телеграме. Если Мураев продолжит рассказывать вот эти вот байки из сказки Венского леса, я подтвержу свои слова фактически. Все, не хочу больше комментировать. Это грязь. Это грязный человек. Я не сталкивался с такого рода людьми, до того, как попал в украинский политикум, я вообще не знал, что такие люди могут существовать. Все.
Пане Анатолію, а чому ви, ось, якщо повертатися до ситуації з побиттям, як ви вважаєте, це Зеленський, зокрема, нова влада, вона просто почала бачити, що набирає обертів ваших прихильників, ми бачили і рейтинги, які так, останні, і саме таким чином вас також хоче, ну, можна сказати, трошки посунути з дороги? Ну да, смотрите, им же стали доступны рейтинги, эти, несмотря на множество купленных рейтингов, они же видят реальную социологию, эта социология пробивается постоянно. И они видят, что в городах происходит, в городах, которые они считали своей вотчиной, что там, конечно же, наша политсила берет ну, колоссальные результаты показывает. Поэтому они хотят, но они не могут просто запугать. У них не получается запугать. Это не тот электорат, который можно запугать. В кабинку, в каждую, ты не поставишь игиловца из нацкорпуса, правильно? Поэтому они хотят, чтобы мы начали активно противодействовать, чтобы мы начали такие же асимметричные нападения на офисы, там, нацкорпус и так далее, для того, чтобы они сказали, смотрите, это террористы, это экстремисты, их надо срочно запретить. Партию ВВ «Свободы» едва ли, почти запретили в 2015 году за бросок гранаты под Верховной Радой. И тогда Порошенко замял эту тему. Но вообще-то уже полиция истребовала у Минюста документы на регистрацию этой партии. Сейчас нацкорпус, ну просто ну Бог велел запретить. По закону запретить надо эту преступную организацию. А членов ее активных посадить. Но власть Зеленского активно использует этих ублюдков для того, чтобы они избивали тех, кто голосовал за Зеленского. Почули вас. Ми дякуємо за те, що завжди долучаєтеся до нашого ефіру. Анатолій Шарій, блогер-журналіст, був з нами на зв'язку. Звичайно, обговорювали ось побиття резонансного його сторонника, який зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Вітаю вас. У Харкові невідомі скоїли напад на співробітника партії Шарія. Про це повідомив Анатолій Шарій в своєму телеграм-каналі і оприлюднив фото побитого хлопця. З нами на зв'язку Ілля Кива, народний депутат фракції «Опозиційна платформа за життя». Вітаю вас. Як ви можете прокоментувати цей інцидент? На сьогоднішній день це в першу чергу безпреділ оголділих банд, безпреділ, який сьогодні був вирощен за протяжении последних 6 лет система и государство заведомо искусственно выращивало подобных боевиков, которые всего лишь навсего, используя патриотическую риторику, прикрываясь псевдонационализмом, грабили, насиловали, убивали украинский народ, грабили бизнес. Это все хорошо организованные банды. Ведь эти молодчики, они же просто на самом деле и тюрьмы-то не видели. Когда их начнет система паковать, сажать в тюрьмы и давать им долгие срока наказания и отбывания, поверьте, спесь с них пройдет. Я больше вам хочу сказать, что весь этот беспредел, это искусственный беспредел, который на руку подыгрывает и финансировался ранее Ахметовым, и я это заявляю. Вот, просто недавно Ахметов прекратил финансировать террористические группы, но сегодня это продолжает делать Порошенко. Это все бутафория и бутафорский национализм. Это банды, которые направлены на получение денег и держание в страхе наше общество. И этому мы должны противостоять. И если не будет реакции президента, значит будет реакция украинского народа. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому Нацкорпус змінив об'єкт і вектор своїх нападів? Раніше було Свинарчука геть, а тепер пішли по опозиційним силам. Да потому что им Порошенко сейчас начал платить деньги. Я вам искренне хочу сказать, как вообще это все... Хотите, я вам быстро расскажу историю формирования данной националистических групп? Она очень короткая. Изначально ее финансировал Лешко. Потом ее начал финансировать Ахметов. Потом ее начал финансировать Порошенко. Потом ее Порошенко прекратил, опять начал финансировать Ахметов. Потом ее опять начал финансировать Порошенко. Смотрите, это проститутки, которые всего лишь навсего получают деньги. И за эти деньги они всего лишь навсего держат в страхе общество. Если перекрыть каналы обогащения, поверьте мне, они рассыпятся и растворятся. Одного, двух, трех, посадив в тюрьму, они же разбегутся. Они же не, они боятся и тюрьмы. Они на самом деле ничего, кроме как
запугивать и брацанием оружия заниматься не умеют. А как что, так они националисты, они политические. Поэтому вот эта вся бутафория, она не имеет никакого смысла. И поверьте мне, мы, украинцы, действительно истинные патриоты, поставим жирную точку и прекратим этот хаос в нашей стране. Люди живут в обществе, рассчитывая на то, что государство, которому они платят налоги, их защищает. Но, к сожалению, сегодня то ли власть беззубая, то ли она сама боится этих молодчиков, я не знаю. Поэтому нам сегодня приходится объединяться и противостоять вот этому псевдонационалистическому спаму. Мы будем вам противостоять. Вы нас точно не запугаете своими вот этими фаерами и дешевыми акциями. В задницах у вас будут гореть эти фаера, когда вы будете сидеть в колониях строгого режима за те преступления, которые вы сегодня совершаете над украинскими людьми. Вот какая моя сегодня позиция.